Вопрос-ответ. Что может быть проще? Но когда дело касается новороссийцев и их проблем, все оказывается не так просто. И так практически на всех приемах граждан. Как и обычно, люди обращаются с вопросами, связанными с обеспечением жизнедеятельности. Сегодня у нас были вопросы, в основном это связанные с работой ЖКХ-сферы, подключением энергоснабжения. Думаю, что до конца года мы эти все вопросы разберем и поможем жителям. А вот Седа Оганесян обратилась к первому заместителю главы Новороссийска с личной просьбой. Ее 14-летнему сыну, инвалиду первой группы, нужно срочно установить помпу. Но так как у семьи Оганесян нет постоянной регистрации по месту жительства, медицинское оборудование им придется приобрести за свои деньги, в то время как 400 тысяч рублей являются неподъемной суммой. Виктор Цыбань взял этот вопрос под личный контроль. Не остались без ответа и вопросы других заявителей. Конечно, нельзя сказать, что к концу года все проблемы новороссийцев решены. Для выполнения многих из них требуются не только средства, но и время. А значит, полностью они будут закрыты уже в следующем году. Олеся Говорова, Андрей Супрунов, Новая Россия.